маленький да удаленький. В этом видео воробей в деле и первая его битва против голубя. Вы только посмотрите, как этот отважный воробьёнок вгрызся в голубя. А что если воробей сразится с богомолом? Напомню, что богомолы питаются колибри и даже азиатскими шершнями. На этом видео воробей атаковал богомола. Богомолу не повезло. Он стал обедом этого наглого пернатого. Синицы спокойно обедали вместе с воробьями, пока последние не решили подраться и прогнать половину синиц. Вот такие вот маленькие да удаленькие, что их боятся даже богомолы. Ну а на это видео меня спровоцировал этот маленький, мой личный домашний воробушек.